Привет, друзья! Мой муж меня позвал на кухню попить чаю. Достаю я пакетик с чаем. Да это же пирамида! Да это лохотрон! Вот тут на дне это вы. Вот тут сидят ваши начальники. Тут уборщица, тут чуть-чуть повыше вы, тут начальники, а над начальником еще начальники. А над этими начальников начальники и еще начальники. Это ли не пирамида? И вы утверждаете, что наш проект «Всем миром пирамида и лохотрон» – это секта? Да, мы секта единомышленников, которые добиваются упорно своей цели. И те, кто нас смотрят и ставят дизлайки, находятся, знаете где? Не здесь, не здесь. Они находятся вот там, вот далеко-далеко там и глубоко. Знаете, как это называется? В жопе они находятся. Вот так. А кто растет, тот не работает ни на начальника, тот работает на себя, только это не работа, а деятельность. Это образ жизни. Я живу в интернете, это мой образ жизни. И я получаю ежедневно 24 часа в сутки свои переводы. Именно так работает система «Всем миром». И не обязательно быть в проекте «Всем миром», чтобы быть миллионером. Просто я поняла 37 лет, что богатые строят сети, а бедные ищут работу. И кто бы ни говорил, что это пирамида и лохотрон, посмотрите сначала, где вы работаете. Пока-пока.